Самолет авиакомпании S7 после вылета из Домодедова пришлось развернуть обратно. Рейс Москва-Краснодар прервали из-за опасной шутки на борту. Спустя примерно час после вылета пассажиры были напуганы странными сообщениями. Им стали приходить через AirDrop картинки с надписью «Я с ножом» от отправителя с ником Sofikus. В салоне тут же началась паника, и экипажу пришлось принять решение вернуться в аэропорт Домодедово. После того, как самолет совершил вынужденную посадку, на борт поднялись полицейские. Нарушительницу быстро нашли. Ею оказалась пассажирка по имени София, путешествующая в компании друзей. Девушка призналась в том, что отправителем сообщения была она, после чего ее вместе с друзьями сняли с рейса. Теперь Софии грозит административное наказание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.